На канале D продолжается показ летнего романтического сериала «Любовь на крыше», и уже известна дата выхода третьей серии. А пока напомним, во второй серии Атыш и Демир пытаются привыкнуть к своей новой жизни на районе, но сделать это оказывается совсем непросто. Эфсун была сильно возмущена тем, когда услышала, что Атыш назвал Ясемин родной. Эфсун переполняет злость, и она готова кинуться на эту девку и выдать ей все волосы. Ясемин также отступает и отвечает Эфсун оскорбительными фразами. Атыш не знает, что ему сделать, чтобы успокоить девушек, и ему никак не удается заключить между ними перемирие. В итоге, между девушками завязалась драка на глазах у всех жителей района. В семье, где приняли Атыша, говорят ему о том, что не могут принять такого, и глава семейства просит этим же вечером покинуть его дом. Ведь парень опозорил его семью, и такие поступки не должны прощаться. Ясемин заявила всем, что она прекрасно все знала про Эфсун, и этими словами близкие были шокированы. Когда Ясемин узнала, что к ним в гости заходила Саадет, то очень сильно обрадовалась. Саадет волнует вопрос в отношении того, почему у них в доме нет свадебных фотографий, а в комнатах висят непонятные простыни. Только так и не смогла я получить ответа на этот вопрос. Айшен стала свидетельницей того, как Ясемин бросается на шею Атыша и говорит, как сильно любит своего мужа. Третья серия выйдет 23 июля на канале D с переводом после 24 июля. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.